Наконец-то. Но у башни Нефариуса держись. Ух ты, где ты этому научился? Видимо, задел за живое. Ну что ж, уговор есть уговор. Это глючка. Она поможет тебе проникнуть на шаттл, идущий к башне. Консоль доступа на той огромной статуе Нефариуса в центре города. Подключи ее, и она все сделает. Эй, ты куда? Я раскурочу весь этот прогнивший мир изнутри. Не дрейф, брат! И как я должен отсюда добраться до базара? Думал, этот рычаг поможет мне вернуться на базар? Итак, теперь нужно только... О, как быстро! Добраться до статуи, включить глючку, добыть звездолет и найти кланка на Саргасе. Потерпи, друг. Я спешу тебе на выручку. Звучит интересно.
Стоит взглянуть. Тебе нужен луч, который ничем не остановить? Негатронный коллайдер пробьет любую преграду на своем пути. В легендах говорится об оружии, вместилище энергии столь мощной, что сфокусировав ее в луч, можно легко испепелить любого. И это оружие негатронный коллайдер! Обращайте врагов в пепел по очереди или зарядите коллайдером по толпе. Вражья погибель теперь в ваших руках. До новых встреч! Накопилось столько часов отпуска. Куда бы съездить? Нефариус пригород? Может, в пробку попаду? Но на Нефариус первых тоже весело. Помогла бы разогнать митинг. Перепрыгнул турникет. Не оплата протеста, это преступление! Устранят? Надо бежать к погрузочной платформе! Надо отгрузить миллион памятных статуэток императора Нефариуса и еще найти ту пропавшую партию Раритана. Сегодня же вторник, да? Безусловно. Надо уносить ноги! Yeah.
видимо, какая-то сверхсекретная информация. Иначе из чего бы все его так искали? Погрузочная платформа должна быть рядом. По 23-часовому рабочему графику продуктивность выросла на 200%. Yeah!
Этот робот-шпион мой. Ого! Один из робот-шпионов сопротивления. О-хо-хо! В них содержатся сведения о разных планетах, а еще фрагменты чертежей одного секретного оружия.
здравствует император! Высочайшая постройка в известной вселенной. Занятный факт.
это не подлежит. Какое прекрасное усовершенствование! Панель доступа. Здесь песочек не противозаконно. Ты-то откуда вылез? Знай свое место, малявка. Видеть, что ты осилил этот путь. Император, а теперь сдох! Теперь я смогу подключить глючку к панели доступа. Привет. Значит, ты глючка, а я Рэтчет. Ты уж извини за эту тряску. Все складывается не очень. Если честно, сейчас вся надежда только на тебя. Спасибо. Рэтчет! Он вроде ничего. Ну что, сейчас удалим пару файликов, и все будет в полном ажуре. Thank you.
получилось! С возвращением, ваше величайшее величество! Поехали! Измеренитель не сломался! Кланг! А? О, владыка, введите пароль. Какой еще пароль? Я император, да я сейчас разнесу тебя на куски. Ха-ха-ха-ха-ха. Вернись, гадкий ломбакс! Потом, значит, этот измеренитель украл доктор Нефариус и перенес тебя сюда? И ты хочешь найти своего друга, который... О, какая удача, тоже Ломбакс, чтобы всех спасти. И вернуться. Ты меня что, за дурочку держишь? Смотри, я правда верю в твоего доктора Нефариуса, но это явно почерк императора. Спасите! Натали! Кто-нибудь! Морт? Что случилось? А? Ой-ой! Держись крепче! О-о-о. Берегись! А я что, по-твоему, делаю? Но куда ты меня несешь? Хотела отнести тебя в свое убежище. Но сначала поможем моим друзьям с гелатоневой фабрики. Над убежищем летает сконопендра. Давно я сюда не забиралась. Между нами и гелатониевой фабрикой целое кислотное болото. Кажется, этим жукам кислота совсем не помеха. Стрижукам-то? Да. И я сейчас одного оседлаю. Надо только подобраться. Самая высокая оценка среди торговцев. Рэч, меня слышно? О, беда. Видимо, коммуникатор сломался. Ну, конечно. Так. А в прошлый раз у меня этого не было. А это потому, что я добавила нашего взаимного друга из Нефариус-Сити. Ясно.
пожалуй! Расположен источник пространственных искажений. Пространственный карман? Может, это результат воздействия измеренителя? Ну ты мастер сказки придумывать. Эй, это Мейнард, бот-помощник. Наверное, он случайно угодил в разлом. Вон он, стрижок. Нет, не прячься. О! Куда? Приветик. Попался. Ой-ой-ой. Может, Мейнард отведет меня к Мортам?
Теперь бы выбраться из этой кислоты. Давай, Мейнард, веди нас к Мортам! Теперь бы выбраться из этой кислоты. Давай, Мейнард, веди нас к Мортам! Держитесь, Морты. Ломбокс и его ручной робот все равно будут наши. Как ты не упрямься, комок шерсти. У тебя есть 9,5 секунд, чтобы сказать, где они. Раз. Подожди-ка. Видишь, они ищут Рэтчета. Я тебе не вру. Мне все равно. Там мои друзья. Эй! Я знаю, где вы можете найти Ломбокса. И она здорово дерется. Еще один Ломбокс! Говори, где твоя подружка, ушастая! Знали, что те ребята ищут Ломбокса, мы перепугались за тебя. А тут раз, и ты сама нас выручаешь. Стоп, а где остальные? Ну, несколько мортов застряли вон в той ерундовине. Не знаю, что это, но она все растет в размерах. О, а еще у нас появился новый сосед. В общем, забот полно. Не волнуйся, я с этим разберусь. А, и чтобы вы пока не сидели без дела, нашла у Зурки. Теперь Морт сможет починить свой корабль. Зурки? Эти пираты часом к тебе не приставали? Так, совсем чуток. Отдай тогда Морту сама, как вытащишь ее из той фиолетовой дряни. Попробуй достучаться до них с помощью рикошета! Рикошет! Нажмите на спусковой крючок, чтобы поразить врага! Ой-ой-ой! А затем снаряд зависает рядом с целью! Что же дальше? Нажмите на крючок, чтобы поразить цель снова! И снова! И снова! Забудь рассказать обо мне друзьям! Следующая остановка — убежище. Только надо как-то опустить мост.
Какой большой трюкер! А у тебя хватит боевых? Больше целей не наблюдаю. Привет! Мы подняли мост ради твоей безопасности. Но чтобы опустить его, тебе нужен пульт на той платформе. Спасибо за заботу. Как-нибудь переберусь. Ясно. Не входить. Поняла. Можно я взгляну? Мне уже приходилось иметь дело с аномалиями. Я... валяй. Приветствую. Здравствуй. Как ты сюда попал? А куда конкретно? Сюда. А, ты не знаешь, но... я тоже нет. Кажется, это пространство между измерениями. Может, так и надо. А может, это каскадный энтропийный разрыв, который превратит Вселенную в бесформенный суп. Время покажет. О, беда. Что ж, я Кланг. Позволь, я помогу. Ага, да, Кланг. Я всевидящий космопророк межпространственного сектора 2255 фаза Омега. Зови меня Гэри. Вот, нашел Кланг. Боевой робот. Примкнул к Ломбаксу. Стал героем. Молодец. Друг моего отца. Ясно. Твоего отца? Может, как раз тебя-то я и ждал. Ты не поможешь мне восстановить измерение? Ты знаешь, как починить измерения? И почему тут разгуливают мои копии? Это твои возможности. Ключ к починке аномалии. Но сперва подбери-ка эту сферу.